Что мы с тобой имеем? Есть, да? Да нет, пусть там валяется. Конечно. Фон. Ты пасмурное небо. Что там есть? Белила там есть? Есть. Коричневела есть? Есть. Синела есть? Есть. Краснела чуть-чуть там есть. Ну, больше как бы вот такое сине-коричневое, да? Но красное там тоже присутствует. И вот это вот все закрас. А потом сюда кладем красным, розовым. Да? Но сначала вот фоновые пятна. Это вот, собственно говоря, вот это вот твоя кожа. Даже может быть и не кожа в принципе, а там кровеносные сосуды, потом на них будет накладываться кожа, потом на кожу. Нижнее белье, потом штаны и так далее. Понимаешь? То есть это не... Это не тот тон, да? Это не, ну, да, да. Я думала, что изначально, то есть мы рисуем все равно то, что мы видим. Нет, изначально мы как бы, смотри, набрасываем, вот смотри. От чего вы взяли, что именно этот надо тон? Вот, вот смотри, вот, вот у меня в коже, да, присутствуют какие-то серые тона, да, ну, внутренние. Нет. Ну нет, серые. Подожди, подожди, подожди. Какие-то розовенькие, да, молодецкие. Но есть основной тон, вот основной тон кожи. Здесь у тебя вот основной тон. Потом разобьем. Смотри, если у нас мы хотим много неба, значит у нас должно быть мало суши. Или что-то море у нас будет. Абсолютно не важно, что у нас там. То ли поле, то ли море будет, не важно. Но у нас много неба, мало этой истории. Суши. Для того, чтобы не блукать, берем себе сразу. Набрасываем вот тут. Ограничение. Вот у нас где-то здесь будет суша. Потом где-то здесь у нас будут облака. Значит, что мы пишем? Рассвет или закат? По-моему, закат, да? Нет, мы пишем рассвет. А рассвет не бывает, вот, по большому счету, вот таким. Я хочу просто небо без заката и без рассвета. Это я понял. Небо без заката и рассвета, смотри, есть, да, есть это, да. Есть утро, есть день, есть вечер, есть ночь, да? Вот в зависимости от того, какое время суток, превалируют те или иные цветовые сочетания. Все-таки вы настаиваете, что это закат, да? Ну хорошо. А, ну, смотри, я почему, собственно говоря, я еще люблю закат? Закат — это венец дня, собственно говоря, и венец жизни, и венец... философская подоплека. Под я тебе сейчас объясню. Нет. Подведение итогов. Хотелось бы рассвет жизни. Понимаю. А рассвет жизни — это белый лист. Вот ты рассвет встречала? Никогда? Встреть, пожалуйста. Как-нибудь. Хорошо. Понимаешь, ты выходишь, и у тебя кроме белого света, бело-желтого света, вообще ничего нет. Рассвет — это вот, и это еще ничего. А закат — это уже... Что? Ого-го. Ого-го, да. Поэтому тут ты можешь, смотри, все свои мыслишки, потаенные или, допустим, явные, все сюда вот выразить на холсте. Смотри, можешь сначала набросать вот какие-то светлые пятна. Да? Потом, относительно этих светлых пятен, я почему так тебя мучаю? То есть, это просто немного важно. Солнце у нас или заходит, вот оно, то ли вниз садится. Если оно садится у нас вниз, и это закат, то вот эти вот все верхние границы облаков, вот они как раз и будут бобры темны. Понимаешь? И вот, вот тут ты и как раз будешь добиваться вот того цвета, который тебе более... благозвучен. Хорошо? Ты говоришь, хочу рассвет. А вот, судя по тому, что тебе не нравится тон, который мне говорит, ну или тон на картине, значит, по большому счету, это закат. И вот работаешь в две какие-то стороны. Сначала мутно. Смотри.
как оно все здесь происходит. Очень. Красиво? Очень. Делай, попробуй сама так. Самая четкая граница, самое темное место, это на границе света и тени. Дальше все это хозяйство склонно размываться и быть невостребованным. А вот тут самые темные места. Мы потом еще их и усилим, смотрите. Еще больше создадим напряжение в облаках. Ну вообще понятно, что это облако? Ну, по-моему, уже можно заканчивать. Не, ну оно с каждым мостом будет еще более понятнее. Можно сюда еще вложить. Я думала, вот так вот, вот. А может быть ниже или нет? Не, нормально. Нормально? Вот смотри, можно сделать, да, допустим, что это закат на море, к примеру. Значит, в море у нас присутствует еще и настроение вот этих голубоватых. Значит, можно их сначала тут все утемнить. Я до конца не буду тебя показывать, да. Сама. Вот, а потом сюда бросить, и вот тебе дорожка. Смотри, сама собой все. Да, придет сама. Вот тебе уже и волны. То есть не заморачивайся. Что такое облако? В школе же учились? Учились, да? Это сгусток пара. Да. Сгусток капель. Вот. Который, ну, сформировался в каком-то хаотичном движении. Ну вот ты сначала себе вот это хаотичное движение, аутентичное, набросай, а потом, допустим, какие-то вот отдельные фрагментики мы уже будем проявлять. То есть если мы сразу проявим что-то, ну просто взяли и проявили что-то, ну у нас там даже подготовка есть, то мы сразу связаны вот этим проявлением. Мы, да, у нас уже все, история закончилась. А здесь мы себе всю эту историю постепенно развиваем. Прикольно? Ну, постепенно, вот как-то вот. Потому что ты сейчас сделаешь, и все закончится. Все, подписалась, пошла домой. Забрала с собой. Ты знаешь, что сделал? Я бы еще чуть-чуть сюда добавил еще больше напряги. Вот сюда. По краю. Смотри, я зашел мастихина. Прибил. Уже появилось такое напряжение. И потом туда розовым. И вдавливаю. Вот. И смотри, как у меня все заработало. То есть, вот что осталось после вот этого цвета. Смотри, я положил, да, вульгарненько так. Но смотри, что у меня после него осталось. Очень. Да? Боже, тебя упаси вот это сделать. То есть не растянешь ты белила в нормальный съедобный цвет. Не растянешь. Лучше здесь намешать. Чуть приопустить облачко. Поднимать не надо? А смотри, а мы знаешь, что сделаем? Смотри. Не, надо немножко больше. Сюда можно там чего-то уйти. Смотри, можно сейчас сыграть в хитрую игру. Допустим, если у нас где-то солнце здесь, да, эта сторона темнее. Допустим, и это будет темнее. А мы вот здесь вот сделаем свет. Все-таки его обозначим, что оно где-то там, да?
Ну, можем, а можем этого не делать. Нет, делаем. Да? Смотри, как оно. То есть я к примеру. Насколько мы не закомплексованы от формы. Допустим, вот я пастозно наложил и придавливаю краску, и она у меня размывается. Это можно. Можно чуть-чуть вот эти края, и мы сразу да. Облако на нас положили. То есть, ну, просто краешки. То есть возьми, подумай, вот у тебя предмет, вот у тебя облако, оно как тряпка, да? Вот оно висит в небе. Солнце отсюда светит. Что у нас попадает в солнечный свет? Ну вот этот краешек попадает, да? Вот это попадает. Очень ярко попадает вот здесь, потому что солнце снизу. Правильно? Ну вот ты возьми вот так и приложи, возьми себе тряпочку вот так. Как он сказал? Я поделаю. У тебя же две руки. Смотри, вот я взял и... Я поняла. Хорошо? Да, да, да. То есть вот все, все по логике. Так. Ну что, вот здесь нам не хватает, да, света? Нашел, да. Помнишь, я про тряпочку говорил? Если сюда попал свет, то значит здесь что? Темно. Реально. Ну, то есть логично, правильно? Потом мы с тобой проходили с самого начала. Самая большая темнота у нас где? На границе. Ну, говори. Солнце и тень, правильно? Смотри, вот оно. Одно облако заползло на другое. Это дальше, это впереди. Есть такое ощущение? Да. Есть. Можем даже чуть-чуть его усилить. Еще большую слоистость показать. Ну вот, теперь я его вижу. Теперь все то же самое, только справа. Вот мне слева вообще облако, понятно. Вот теперь мне мое не знаю. Да, ну так тебе смотри, вот теперь определи. Вот у тебя это облако пошло вот сюда. Mm-hmm. Ну куда оно, допустим? Вот оно вот сюда, да, может идти, да, да, правильно? Здесь другое. Да. Какое-то. Вот куда попадает? Допустим, вот тут по краешку можно пустить мне свет. Кажется, что вот здесь, смотри, дай, подожди. Да. По краешку, да? Ну я хочу понять, я правильно думаю, вот здесь свет и здесь свет точно там же. Правильно. Ну здесь, здесь, если он освещен здесь, вот, ну, да, то здесь может быть по краешку чуть-чуть освещен. Может быть где-то вот здесь вот на какой-то кость. Край попало кусочек. Но вот здесь идет все равно темное. Да, ну я очень рекомендую, кстати. Это очень интересно. Понаблюдать за облаками. Вы... В натуре. Иногда это интереснее, чем какие-то вещи, которые мы привыкли делать. Выбери себе, допустим, какую-нибудь вещь, от которой ты хочешь избавиться. И вот когда тебе, допустим, есть же, да, какая-то часть тебя, которая не удовлетворена. Вот, раз, делаешь что-нибудь, тебе не нравится. Ага, пошла, посмотрела на облако. Это гораздо приятнее. Смотри, прикольно? И, собственно говоря, ничего, вот если мы пойдем на облака посмотрим, мы вот такого не увидим, да, по большому счету. Ну, прикольно. Прикольно. Тоже вот инструмент рекомендую освоить. Очень он помогает. Давай, вроде со вкусом у тебя все в порядке. Чем? Мы в прошлый раз такую замечательную башенку наштрикали. А что сейчас?
Главное, краску сейчас тебе, главное, не стереть с холста, работая пальцем, не дотереть ее до сухости холста. Но и не нагнать туда, вот как ты до этого нагнала вот эти пластилиновые напевы. А ничего, что здесь так много краски? А чего? Ничего, конечно. А тебе не нравится, что ли? Вот мне вот эта часть не нравится. Не нравится? Это мне нравится. Так добавь сюда чего-нибудь такого. Такого, да? Ну да, да. Допустим, можно... Ничего, наоборот, так красиво. Много есть здесь. Ну, можно просто попробовать. Ну, вложить чего-нибудь сюда какую-то. Опа, поэкспериментируй. Чего ты боишься? Мне нравится вот это. Ой, тихо-тихо-тихо. Сам. Прикольно? Вот оно. Вот оно. Оно немножко вот в том контексте, который было, чуть-чуть выбивалось из... Из картины. Из картины. Ню. Ню. Круто. Круто? Ну и хорошо. Ну давай, добавь сюда еще. Девочки, просто я говорю круто. О, видишь, смотрите еще. Да? Видно всего. Говорили про Айвазовского, а у меня какой-то прям... А у тебя нет? У нас рисовал рабочий, крестьян там. Спасибо, кому не лень. Надо же было на что-то жить. Можно. А вот эти вот, тут может быть сделать такими же масками? А что, тебе не нравится? Нет, вот гроза, да? Смешно. Ну что, прикольно. Ну смешно, да. В смысле прикольно. Типа дождь. Ну дождь. Если будет масками, тогда оно все потеряет, правильно? Вот оно так тут опыт. У нас только что же была такая да, же история. То есть, когда мы ее привели в один и тот же... Угу. В одну и ту же... Можно... По большому счету немножко поэкспериментировать вот здесь. Я бы тебе рекомендовал. Смотри. Ничего не больше. Ну, время же у тебя есть. Время же есть. Есть. Возьми сюда. Поиграйся. А потом сверху вот эту вот дорожку еще раз положишь. Давай. Ну, в качестве эксперимента. Но чтоб ты не боялась, чтоб все это... Ну, дал Бог дал. Вы видите здесь грозу? Я не вижу грозу. Я вот такие... Я закат, даже не хочу обсуждать вот эти вот забобоны. Ну да. Поэтому... Пожалуйста.